Идея учреждения Всемирного дня философии в том, чтобы найти общую платформу обсуждения происходящих в обществе глобальных социокультурных преобразований и приоткрыть сферу обыденного мышления для новых идей. Но размышлять о вечном и актуальном – непростое занятие, считают студенты философского факультета Казанского федерального университета. Философия, которую преподают в ВУЗе, она довольно сложна. Иногда кажется, там очень много информации, каких-то абстрактных фактов. Здесь мы постарались попросить лекторов, чтобы они были более конкретны, что, конечно, непривычно для философов, но это сподвигнет наших слушателей к тому, чтобы они дальше сами занялись философией. Помочь студентам разобраться в вопросах бытия и небытия и заинтересовать философию других вызвались умы со всех концов страны. Так, ежегодно фестиваль «Казань философская», проводимый федеральным университетом, расширил свою географию. О том, что же такое философия и как говорить о ней проще, рассуждали доктора наук из Нижнего Новгорода. Философия, как и любая дисциплина, она, может быть, перебарщивает использованием специальных слов, терминов. Но ведь то, что о чем можно сказать просто, надо говорить просто. Философия – это отыскание наиболее емкого слова для выражения наиболее дорогой, наиболее ценной для тебя мысли. Кроме гостей из Новосибирского, Москвы, Самары, фестиваль, казалось, собрал весь свет философов-мыслителей Казани. Здесь слушали лекции, задавали вопросы о вечности, спорили и даже боролись в Олимпиаде за звание знатока философии. Авторы самых интересных вопросов были награждены памятными подарками. Анастасия Иванова, Ленардо Влетяров, Универ Ньюс.